Самая современная военная техника и инновации в оборонной сфере. В этом году в рамках третьей международной выставки «АДЕКС-2018» в Баку принимают участие более 200 компаний из 29 стран. 11 государств представлены национальными стендами. Наибольшим количеством компаний представлены Турция, Россия, Израиль и Беларусь. Крупнейшая в регионе выставка нацелена не только на то, чтобы ознакомить с новинками оборонной сферы, но и наладить контакты между государствами. Мы традиционно участвуем на выставке «АДЕКС», привозим свою продукцию. У нас здесь хорошие партнерские отношения со многими заказчиками. То есть это традиционно для нас рынок. Мы понимаем все потребности, значит, заказчиков. И, соответственно, как по потребности заказчиков, значит, Азербайджана, так и по потребности заказчиков, которые традиционно приезжают на эту выставку, мы привезли сюда наши новые разработки. Как бы освежаем контакты с нашими старыми партнерами, да, слушаем их мнение, какие есть новые требования, какие есть пожелания, какие есть новые для нас направления, объемы. Ну вот, поэтому очень активно трудимся. У нас время проходит активно. Мы, ну, каждый час-два у нас обязательно переговоры. Азербайджан, как страна-хозяйка выставки, представила образцы новейшего вооружения. Вот новый беспилотный летательный аппарат «Пегасус-120» – совместные разработки азербайджанской и израильской компаний. «Пегасус» способен поднимать полезную нагрузку весом до 75 килограмм и перевозить грузы на расстояние до 40 километров. «Пегасус» будет производиться на предприятиях азербайджанской компании «Azad Systems». А это универсальный автомобиль «Гюрза», оснащенный стрелковым оружием различного калибра, который уже экспортируется за рубеж. Если сегодня выставку могли посетить только специалисты, то уже завтра она откроет свои двери для всех желающих. Лейла Курбанова, Орхан Бадалов, Джавид Гадыров, CBC.